Вопросы технологической зависимости от других стран и дефицита кадров предстоит активно решать в регионах в этом году. Тема стала ключевой на заседании Совета при Полпреде. Также Владимир Якушев отметил, что необходимо продолжать работу по нацпроектам. Их реализация обеспечивает развитие страны. В целом, вроде бы все показатели неплохие, но все губернаторы отмечают, что есть проблемы с исполнением регионального бюджета в 2023 году. Это падение доходов. Отсюда как бы, ну, те риски, которые возникают. То есть либо надо уходить в заимствование, либо, значит, соответственно, пополнять какими-то источниками для того, чтобы и выполнить социальные обязательства. И это главная задача, которая ставится на 2023 год. Губернатор Александр Мор отметил, что в Тюменской области, цитирую, принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач.